Этот период, который завершается Страстной Седмицей, а затем 19 апреля Пасхой Христовой, православные христиане считают очень важным. В течение 7 недель нужно воздерживаться как от пищи животного происхождения, так и от вредных привычек и различных увеселений. Суть любого поста заключается в подвиге. Когда мы постимся вот этим 40-дневным постом великим, мы подражаем посту Спасителя, когда после крещения он отправился в пустыню и там в течение 40 дней не вкушал пищу. Конечно, это очень строгий пост, и не могут сегодня люди так строго поститься. Поэтому существуют правила церкви относительно поста. Существуют ограничения телесные, прежде всего. Это, конечно, ограничения в еде. Однако многим людям столь резкий переход к длительному говению дается очень сложно. Поэтому, как говорят врачи и священники, важно к нему подготовиться. С медицинской точки зрения резкий отказ от мясной пищи – стресс для организма. А это, в свою очередь, может усугубить хронические заболевания, которыми страдает человек. Не налегать на мучное, на сладкое, потому что многие, когда начинают себя ограничивать в мясе, в белке, в продуктах животного происхождения, которые богаты очень витаминами, микроэлементами, да, такие очень питательные по составу, конечно же, хочется чего-то вкусненького и начинают налегать на сладости. Вот это чревато, вот мне чем не нравятся вот такие длительные посты, и люди, которые не совсем понимают, не совсем ориентируются, да, далеки немножко от медицины, они, к сожалению, могут себе очень здорово навредить. Пост установлен в глубокой древности и присущен всем мировым религиям. И это не только и не столько диета. Но часто весь пост люди сводят именно к еде. Это неправильно, потому что в пост прежде всего нужно ограничить свое внутреннее состояние от греха, освободить себя от греха и перестать уже исполнять все прихоти своего тела. Пост называется «весной души». То есть, как правило, мы все усилия в нашей жизни направляем именно на комфорт и благополучие тела. А в пост мы его, скажем, отодвигаем в сторону. Пост – это духовное и телесное очищение, поэтому верующие не должны воспринимать его как только ограничение в рационе. Великий пост – самый строгий из всех. В это время запрещается не только употребление мяса и любых мясных продуктов, но и молока, яиц, рыбы. Исключения бывают только на Благовещение и Лазареву субботу. Пост у нас весной, поэтому, конечно же, мы все впадаем весной в дефициты в различные. А те, кто собирается еще и поститься, конечно же, эти дефициты могут усугублять себе очень здорово. Поэтому мое предупреждение такое для тех, кто все-таки собрался соблюдать пост на всю продолжительность поста, да, ограничить себя в употреблении животных продуктов, это тщательно продумывать свой рацион. Помните, пост символизирует начало духовной борьбы с грехами и злыми намерениями, поэтому свои мысли тоже нужно контролировать. Согласно правилам, в дни поста нельзя осуждать людей, злиться, ругаться, завидовать и сквернословить. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».